Глубоко уважаемые коллеги, очень давно не был в этой аудитории, не видел нашего учителя, основателя, профессора Вюрцбургского университета в Германии Вильгельма Конрада, по-немецки Рентгена, по-нашему рентгену. Трижды поклонился это первому в Советском Союзе памятнику этому выдающемуся товарищу. Ну, а потом вспомнил эту аудиторию. Вспомнил то, что 2018 год является для нас всех, ну, практически юбилейным. Вот Владимир Максимович открыл в апреле месяце очередной Невский радиологический форум, на котором отмечалось 100-летие Центрального научно-исследовательского рентгенорадиологического института, где я имел удовольствие 5 лет быть директором. А до этого, это я представляюсь уже, ветеран Ордена Ленина, Краснознаменной военно-медицинской академии имени Сергея Мироновича Кирова, где учился, усовершенствовался, работал на кафедре рентгенологии, был 15 лет заместителем начальника кафедры, потом ушел в ЦНИРе, потом опять вернулся, работал в поликлинике и так далее. Стаж работы, да. И теперь почему я все так вот подробно немножко говорю? Да потому что еще сегодня юбилей, с которым я решил выступить. Юбилей 100 лет клинического и научного изучения проблемы. Лучевая терапия не опухолевых заболеваний, в основном воспалительных заболеваний мягких тканей и костей. Совершенно определенная, отдельная даже от онкологии область, связанная только с источником излучения. А в остальном это совершенно своя клиническая радиологическая дисциплина. Мне посчастливилось этим заниматься ровно полвека. 35 лет в 20 веке и 15 лет занимаюсь в 21 веке. Всякие публикации вы, наверное, знаете, читали и прочее. И сейчас хочу выступить не с лекцией, не с каким-либо сообщением, а с презентацией очередной книги, которую мы готовим в группе авторов. Я со своими девочками, профессорами здесь сидящими, и с Владимиром Максимовичем, и еще с целым рядом приглашенных людей думаем эту книгу со временем создать. Поэтому вот это презентация. Звучит не опухолевых заболеваний в условии дневных стационаров. Почему это очень важно? Потому что сейчас на очередном витке развития лучевой терапии неопухолевых заболеваний наступил спад, упал интерес к этой очень важной и очень нужной для клинической медицины теме. И вот пути восстановления, связанные с организационно-методическими всякими вопросами и обязательно каких-то новых публикаций. И вот в этом плане мы хотим показать сегодня те наши возможности, которые мы имеем на сегодняшний день, в том числе по лечебным учреждениям вооруженных сил Советской армии и военно-морского флота и вооруженных сил Российской Федерации. И вот в этом плане хорошо бы сегодня просмотреть, а какие же показания существуют на сегодняшний день. Я, учитывая, что эта презентация
Сразу прошу извинить меня, подробно я буду ничего касаться. Это будет просто развернутый план предполагаемой книги. И вот первое пособие – воспалительные и гнойно-патологические процессы хирургического профиля. Читайте сами. Огромное количество различных патологических процессов. Самое главное, где мы применяем нашу лучевую терапию – это функционально-активные зоны, лицевой отдел головы, различные области суставов и другие критически опасные зоны, в том числе и у молодого возраста, и в некоторых случаях сразу, скажем, при карбункуле лица у тех же беременных, у которых другие все виды не опухоли, лечение лучами запрещены и являются противопоказанием. Пожалуйста, следующую. Второй раздел – дегенеративно-дистрофические заболевания костно-суставного аппарата. Тоже, пожалуйста, посмотрите, какие области, где наиболее целесообразна наша лучевая терапия. Воспалительные и некоторые гиперпластические заболевания нервной системы. Пожалуйста. Хронические дерматозы тоже не оставлена задача, хотя раньше широко применялась. И вспомните период, когда весь мир был охвачен грибковыми заболеваниями. И вот парша, микроскопия, лишай головы были ликвидированы только с помощью лучевого метода лечения. А сейчас это остались только небольшие зоны хронического заболевания. Пятый раздел. Меньше всего мы им занимаемся, но вместе с тем тоже здесь полезна лучевая терапия при вот этих заболеваниях. И, наконец, последнее. А вот это я хочу показать персонально. Это те наши достижения, которые и войдут в нашу книгу и по которым мы добьемся хорошего контакта, проводя конференции, встречи с сотрудниками больниц, поликлиник, дневных стационаров, где мы всегда будем очень полезны. Вот посмотрите, что мы в своих диссертационных работах, и я в докторской, и кандидатский целый ряд вышло. Это ранний послеоперационный абактериальный отек тканей в области раны или по соседству с ним. Одно-два облучения, и быстро все снимается. Начинающиеся нагноения посттравматических и послеоперационных ран. Формирующиеся свищи разных вариантов. Острый вторичный абактериальный паротит, острый флебит, постампутационный болевой синдром. Когда мы за это дело взялись вместе с невропатологами и сотрудниками соцкакого-то обеспечения, не помню, вместе, но такая вскрылась многообразная клиническая картина, при которой можно использовать лучевой метод самостоятельно или в комбинации, в комплексе с другими, что здесь значимость использования нашего метода резко возросла. Свежие послеоперационные рубцы с признаками начинающегося формирования келоида. В чем преимущество нашего локального облучения? Не происходит избыточного развития соединительной ткани, не происходит избыточного развития келоида, и мы с келоидом можем работать, но только с большими дозами, а вот здесь рубец всегда получается очень мягкий, эластичный и эстетически выгодный. Вот почему на лице всякие карбункулы, всякие вот эти начинающиеся рубцы и прочее целесообразно работать с нашими лучами. Нагноение частичной лизис костного трансплантата. Ожоги.
химические, термические, отморожения и так далее. Возникают некротические изменения, вяло текущие воспаления. И вот здесь лучевая терапия хороша как в стадии предоперационного оживления вот этих грануляций, а затем снятие рубцов, получение свежих, сочных грануляций и на них накладывание, наложение, прошу прощения, кожных трансплантатов. Чаще сетчатых, наложили все вроде хорошо, и вдруг раз в одном, в третьем, четвертом месте возникают мелкие нагноения, участки. И если ничего не делать, отторжение наступает. И вот опять в этом плане, проводя локальное, небольшими дозами наше лучевое воздействие, удается сохранить полностью, и наступило приживление вот этих кожных трансплантатов. То же самое при отморожении пальцев. Вот это те показания, которые я бы в первую очередь порекомендовал и Валентине Петровне, как нашему главному внештатному, теперь почему-то все внештатное стало, радиологу Санкт-Петербурга, провести через все наши кабинеты, через стационары и вот такие рекомендации наших возможностей показать. Все, я закончил. А теперь прогоню, как по развернутому плану то, что мы в книге хотим отметить. Ну, во-первых, мы точно теперь знаем и определили виды рентгентерапии, качество рентгеновского. От этого зависит глубина поражения. Мы теперь очень четко можем, благодаря топометрической оценке зоны патологии, рассчитать по картам изодоз, исходя из качества излучения, от самых мягких лучей до самых жестких, какое выбрать. Нам надо, чтобы у нас изодозная кривая дала, была в пределах 70-80%, не меньше, иначе терапевтический эффект от облучения будет недостаточный. Пожалуйста, следующий. Определены у нас и схемы нервных сплетений, которые при разных видах патологии применяются, и схемы полей облучения. Это особенно важно вот при постампутационном болевом синдроме или при всяких поражениях спинного мозга использовать для облучения. Пожалуйста. Вот на этом примере поражение суставной сумки локтевого сустава показана вся этапность предлучевой подготовки. Что, немножко громко, да? Нет? Громко, да? А? Нормально? Ага. Предлучевая подготовка пациента. Посмотрите, укладка. Чаще всего заболевание у нас встречается на конечностях. И вот для этого мы используем специально разработанную нами экранирующую ширму. Не укрывать свинцом пациентов, а вот ставить такую экранирующую ширму. Потому что наши дозиметрические исследования показали, что при укрывании свинцом получается характеристическое вредное излучение от свинца. А вот про вертикальном получается все нормально. Дальше вот левый нижний снимок, рентгенография. Вот здесь сейчас я думаю, то, чем мы не могли заниматься, это
компьютерная томография. Теперь компьютерная томография, особенно объемная или 3D, позволит нам в любом месте человеческого организма точно определять размеры, форма, характер воспалительного очага и рассчитывать ту дозу, которые нам нужно для реализации эффекта. Она рассчитывается с помощью вот таких карт изодоз. Карта изодоз разработана сейчас для всех условий излечения. Ну вот это нижний правый снимок. Тогда еще современнейшая была методика электрорентгенографии. То есть на бумаге мы делаем снимок, затем накладываем, вот как здесь, карту изодоз и видим, на каких уровнях какие относительные процентные дозы излучения попадаем. То есть расчет был очень точный. А сейчас, я думаю, с помощью компьютера, задавая ему программы вот этих изодоз, мы сможем варьировать, выбирать и подбирать наиболее оптимальную программу облучения. Пожалуйста. Ну, вот чтобы не говорить цифры различных нагрузок, вот такая таблица позволяет для воспалительного процесса выбрать ее и рассчитывать для любых вариантов облучения неопухолевых заболеваний. Посмотрите, при остром процессе, это теперь уже в системе СИ, уже мы отказались от рентген, мы отказались уже от РАД, мы перешли на ГРЭИ, а теперь нас заставляют еще на джоули, черт его знает, извиняюсь, уважение, куда еще мы пойдем в этих единицах. Ну давайте их пока в ГРЭИх остановимся. Вот такая дозировка при любой форме облучения воспалительного процесса. Острый, подострый и хронический. Пожалуйста. Ну, а теперь цимус нашей книги, или как мы это назовем, потом посмотрим, практического руководства. Какой цимус или какова квинтэссенция? Нам удалось по отдельным нозологическим неопухолевым заболеваниям разработать, как сейчас это модно называют, алгоритм лечения или тактику лечения тех или иных патологических состояниях. И вот кандидатская диссертация была сделана при панориции. Посмотрите, сколько форм панориции. С одной стороны слева написано паранихий, подкожный, а здесь или один рентген, или в сочетании с комбинированным лечением. Следующий снимок. А вот смотрите дальше, какие опять, это продолжение этой таблицы при панориции, какие формы различных панориций. И вот при каждой форме своя суммарная доза, своя разовая доза и свое сочетание с другими методами лечения. Вот такое комплексное лечение, комплексное использование лучевого лечебного фактора в тактике лечебной дает наиболее мощный результат, и это мы уже доказали вот по существу хирургического стационара, потому что это проводилось в условиях хирургической клиники, связанной с различными гнойными заболеваниями. Пожалуйста. Ну, а это как рентгенолог, рентгенотерапевт не может не показать клиническое наблюдение. Костно-суставной панориции большого пальца. До облучения не буду никаких доз называть. Пожалуйста. После облучения. Посмотрите, отек спал, заживление полное. И поверьте, в этом месте, где вот эти вот всякие остатки бывших лекарственных обмазываний, заживление полное хорошим рубцом. Пожалуйста.
острову Миелит, стоит рядом с Панарицием, и тоже различные слева его формы. И при каждой этой форме опять свой алгоритм лечения, свое сочетание лучевого лечебного фактора, рентгентерапии с другими лечебными мероприятиями. Посмотрите, какое большое разнообразие, при котором мы можем это использовать. Вот почему на это я обращаю внимание, потому что если мы в организационном плане с этими данными, вот выйдет книга, выйдем на клиницистов вот этих дневных стационаров, или сейчас же еще очень интересные появились коммерческие учреждения по типу сети специализированных клиник или мастерские здоровья. Вы посмотрите, в эти мастерские здоровья покупают самые мощнейшие ультразвуковые аппараты, самые мощные магнитно-резонансные томографы, а в лечебном факторе, вот с теми мастерскими, с которыми я знаком, у них опять только или небольшие хирургические вмешательства, или терапевтические. Вот с ними посоветоваться, им проконсультировать и для них сделать. И еще один момент. Большие трудности возникают, мы с этим попробуем в нашей книге побороться. Вся рентгенотерапевтическая техника полностью устарела. В большинстве учреждений списана. Я вот видел только в самом образцовом на сегодняшний день рентгенотерапевтическом кабинете у профессора Черемисина, Владимир Максимович, спасибо его за экскурсию в его кабинет. Но что у него? У него два английских рентгентерапевтических кабинета, аппарата. Но когда я на них посмотрел, то это тот же самый РУМ-17 или ТШХ-250 венгерский, только немножко с небольшим украшением, а такой же огромный, также плохо двигается и так далее. Но Антон Лукич, еще стоящий перед вами, лауреат премии Совета министров СССР по внедрению микрофокусной аппаратов и установок в медицину и сельское хозяйство. И вот теперь на базе микрофокусных этих аппаратов нам уже удалось создать первые миниатюрные ручной носки рентгентерапевтические аппараты. А один из таких аппаратов, RAISE-T, я демонстрировал на защите своей докторской диссертации, был использован для лечения панарицы, остеомиелита и гнойных ван в Афганистане во время вот этих военных ситуаций. И вот сейчас, если мы развернем это дело, и если найдем каких-то спонсоров, и найдем поддержку из наших здравоохранительных органов, то я думаю, и с вот этим самым серьезным вопросом по широкому внедрению рентгенотерапии в практику клиническую, по созданию портативных, легконосимых, передвижных рентгенотерапевтических аппаратов. Так, поехали дальше. Во, это пример предупреждение спицевого остеомиелита. Елизаровский и другие все виды методик наложили спицы, все сделали хорошо. А вот смотрите, левый снимок, крайний в области, это жалко, не цветной снимок уж, извините меня, у меня есть и цветные слайды, но куда-то потерялись. Там имеется воспалительный процесс в области спицы. Если ничего не делать, разовьется спицевой остеомиелит по ходу спицы. Провели 1-2 облучения, сняли этот воспалительный процесс и предупредили развитие спицевого остеомиелита. Вот второй правый снимок. Пожалуйста. Казалось бы,
А при хирургических вмешательствах на пищеварительном тракте и других вещах, может быть, тоже нужно когда-то. Так вот, в Академии факультетской хирургии мы применили это при так называемом анастомозите, очень частым осложнением после хирургических вмешательств по поводу, ну, скажем, как здесь, язва малой кривизны желудка. Левый верхний – это язва, правый, посмотрите, при полном заполнении не проходит контрастное вещество, резко выраженный спазм. Причем это еще самое чувствительное к малым дозам излучения абактериальное воспаление. Вот здесь размечаем вот такими вот полосками свинца зону этого анастомоза и проводим несколько сеансов. Результат. Полное восстановление проходимости области 12-перстной кишки и выходного отдела желудка. Так, пожалуйста. Опять я вот это даю в начале схему. Схему лечения, алгоритма, как вот при различных свещах. Ведь мы вот применяли это при разных свещах. Причем здесь два варианта использования излучения. Когда только начальный свещ до недели развития, и когда он уже сформировался, разные сочетания с другими методами и разное количество облучения, то есть разная очаговая суммарная доза. Пожалуйста. Ну, вот это вот лучевое лечение слюнного свища до через 5 лет после лечения. Такие результаты имеем. Опять формирование рубца, зона косметическая в области бывшего вмешательства. Пожалуйста. Паротит вторичный очень часто возникает при различных других процессах. Тоже в сочетании и с хирургическим лечением, и самостоятельный факт при остром вторичном. Пожалуйста. Результат. Верхние снимки наличие паротита правостороннее, правостороннее контрастное исследование слюнной железы с характерными изменениями, свойственными для свеща. Через 2 года это зона, вернее, поле облучения. Пожалуйста. Ну, тут вообще мне еще не машут, но уже скоро помашут, ладно, бог с ним. Гнойные раны. Когда мы пришли в общую хирургию в академии, когда профессор Косачев приехал с орденом Ленина из Афганистана, он чуть-чуть не стал героем Советского Союза, это замначальник академии. Видите, сколько воспоминаний идет к этому. То вместе с ним мы занимались этими гнойными ранами в самых различных вариантах. Посмотрите, какая здесь разнообразная гамма. Может быть, с точки зрения моральной, не улыбаться надо на это, а наоборот смотреть страшными глазами. А с точки зрения врача и возможности использовать наш лечебный лучевой фактор, это ж целая гамма возможностей. И, поверьте, ничего выдуманного. Каждый штрих, каждая фраза, каждая буква, каждая цифра подтверждена множественными наблюдениями. В моей докторской диссертации было 20 тысяч больных обследовано и проведено лечение с различными неопухолевыми заболеваниями. Руководитель у меня был выдающийся мой учитель, как учитель других, профессор Кишковский Альберт Николаевич. А оппонентом, самый выдающийся, я считаю, рентгенолог, радиолог нашего времени в нашей стране и в Российской Федерации, Z.
помните, кто такой Зет? Георгий Артемьевич Задгинидзе, академик Российской академии медицинских наук, ну и человек очень многими вещами связанный с другими, в том числе и с испытанием атомной бомбы и так далее. Пожалуйста, ваш покорный слуга участвует непосредственно в проведении рентгентерапии, укладки больного. По поводу сучьего вымя или гидроаденита, вы знаете, какой эффект великолепный получается? Вот нижний снимок после этого. Иногда сами все вскрывается, иногда требуется один какой-то не вскрывшийся, чтобы хирург добавил нам, а мы еще одним сеансом, и потом подмышечные впадины. Это зона очень важная в функциональном отношении. Там не очень развернешься к хирургу по поводу различных рубцовых последствий и так далее. Пожалуйста. Ведь откуда берут кожные трансплантаты при термической травме? Обычно с бедра. И остаются вот эти вот зоны открытыми, незащищенными кожей. И вот здесь возникают вот эти вот незаживающие раны, как показано на левом снимке. И вот результат после нескольких, одного-двух сеансов облучений. То есть мы боремся не только с ранами, которые возникают в зоне пересаженных трансплантатов, но и на донорских участках, где бороться с этим уже другими методами невозможно. Пожалуйста. Перихондрит уха. До облучения, после. Пожалуйста. С различными распространенными, с гнойными выделениями. Рентгентерапии, пожалуйста. Тромбофлебит, особенно острый флебит и другие все ее формы, опять в сочетании с сосудистым хирургом и разными его разными другими методами лечения. Пожалуйста. Ну, знакомая нам, первый снимок. Трофическая вот эта язва в области тромбофлебита. Наше исследование, которое сейчас уже реликвией становится, и результат после лечения. Пожалуйста. Ну, вот это интереснейшая ситуация. Кандидатской диссертации, кроме моей докторской, были отмечены. Во-первых, нас приняли в клинике термических поражений страшным образом отрицательно. И до тех пор, пока мы не провели 2-3 больных и не показали эффект рентгентерапии, нас вообще туда не пускали. А затем наоборот. Пожалуйста. Анна, ну, пожалуйста, вам. Ожог лица. Первый снимок термический. Ну, сейчас уже из своего мозгового компьютера я не могу детали описания этого больного, но в выраженной степени облучение этой половины через, по-моему, 3 сеанса и через 3 года. Лицо. Пожалуйста. А теперь функциональные зоны. Область коленного сустава, выраженный ожог. Здесь предоперационная рентгенотерапия с целью оживления грануляции. Затем, пожалуйста, операция. Посмотрите, какие очень сочные грануляции в этой области. Двойным воздействием и нашим, и хирургическим, с наложением сетчатого трансплантата и с появлением в области его, когда хирург смотрит, ну что ж мне делать, тут я уже все выжил свое, что можно, зоны нагноения. А это грозит лизисом, отторжением. И вот здесь дополнение нашего
лечение, и вот это где-то через год, наверное, через год. Посмотрите, как все-таки удалось косметически и функционально сохранить всю эту зону. Пожалуйста. Немного у нас было, не знаю сейчас какой, коагуляционный или какой второй? Или коагуляционный, то есть щелочью или кислотой ожог в области наружной лодыжки голеностопного сустава. До, пожалуйста. Вдвоем с хирургом и с лучевой терапией. Вот результат после окончания. Пожалуйста. Отморожение. До, после. Опять в сочетании с хирургическим удалением ногти, то есть сочетание. Пожалуйста. Ну, это всем знакомо, особенно здесь, если сидящие рентген-терапевты, уж чем-чем, а облучением различных зон позвоночника, облучением различных суставов мы всегда занимались. И вот в этой таблице обусловлено, какие зоны облучают, какими полями, какие схемы укладки облучения и какие процентные дозы. То есть вот имея такую таблицу, которую мы обязательно в учебнике, в нашем руководстве разместим, вы уже... Беря такого пациента, предварительно будете знать, пользуясь этой схемой, с каких полей, как, какого качества излучения и какая процентная зона. И помните, я вам сказал о 70-80%. Этого мы должны достигать в центре патологического очага. Пожалуйста. Ну и здесь у меня нет, к сожалению, снимков, но тоже очень интересный момент – это... плечелопаточный перитендинит и тоже различные ее формы. Для военнослужащих, вот в академии, особенно это характерно под понятием синдром болевой шинели. И вот к нам на кафедру рентгенологии толпой ходили уважаемые полковники, подполковники в старых шинелях, которые очень так шили, не совсем свободно и так, как сейчас делают обувь. И вот несколько сеансов облучения позволяло нам ликвидировать это. Но тут тоже свои методы. Ну и, наконец, последнее – бурситы с тобой. Здесь я вам скажу следующее. Начал я лучевую терапию как начальник отделения лучевой терапии радиоизотопной диагностики в крупнейшем гарнизонном госпитале в Байконуре. И вот пяточную шпору заднюю лечил у Мишина. Вы не знаете, кто такой Мишин, а я вам назову. Мишин – это заместитель Королева. Так вот, сначала мы ему делали рентгенологическое исследование, находили все варианты шпор, а потом проводили лучевую терапию и получили от него устную благодарность. Пожалуйста. Ну, а это вот виды укладок, разметки при облучении разных шпор. И опять, тогда мы широко использовали электрорентгенографию на бумаге, а вот здесь, видите, не просто на бумаге, а на миллиметровой бумаге, то есть и расчеты все могли делать, а это с двух полей. Ну и, наконец, тактика лечения в зависимости от характера болевого синдрома для шпор. Ну, казалось бы, ну, подумаешь, там шпора, взял, положил и отличил. Нет, оказывается, в зависимости от того, что мы находим рентгенологически, какую форму, какая клиническая картина, интересно, с каких полей облучать, как укладывать больного, как над ним ставить экранирующую защитную ширму, чтобы защищать все органы и ткани. О, Валентина Петровна, ну дайте одну минуту. Не могу, не могу.
Это одно из сокровищ лучевой терапии неопухолевых заболеваний. Постампутационный болевой синдром. Когда делал докторскую диссертацию, вот Владимир Максимович не даст соврать, ко мне пошли костыли, ко мне пошли палки, ко мне пошли с отсутствующими верхними конечностями, потому что действительно, применяя вот разные формы, пожалуйста, следующие, разные сочетания с неврологическим лечением, удается снять болевой синдром, разорвать вот эту патологическую дугу рефлексогенную, когда человек ощущает больные пальцы, не может спать, потому что он чувствует больную пятку, которой у него нет и так далее. И вот в этом плане очень помогла нам невропатолог Пожидаева Любовь, жена нашего Филимонова, вот на кафедре оториноларингологии работает в университете. И вот, пожалуйста, вот такие вот укладки по поводу лечения фантомных болей. Это культя верхней конечности, пожалуйста. Культя нижней конечности, молодая совсем женщина, и приход. И посмотри, о, одну секундочку, можно назад. Как удается с помощью экранирующей ширмы, извините, я своей клюшкой покажу, удается и сверху, и снизу под столом полностью защитить от рассеянного излучения. Представляете, теперь разработали все методы защиты. Ну и вот здесь какая особенность? Не только снятие болевого синдрома, но ликвидация хронического воспаления сине-гнойной палочкой до-после. Благодарю за внимание.